Два года назад, когда всех нас постигла эта беда, я уснул. Но вот он я, стою перед вами. Я проснулся. Существует вакцина. Наше проклятие, сонная болезнь, излечима. Город наш только строится, и вместить всех он не может. Почему городские решили из своей первой богини слепить? Мир тебе, это София. В городе ты или в степи, помни, что ты не один. Лиза! В город поехала Лиза, к маме. Проснувшиеся не могут поддерживать старые связи. Что-то у них там меняется во время болезни. Жены, дети, родители. Мы все им чужие. Ты правда не помнишь? Совсем ничего. Ты ученик первый, святой Александр. Говорят, тут такое начнется. Да, весело просто. Что с Лизой еще? Почему ей в город нельзя было? Я просто им правду говорю, а вы им врете. Я хочу тебе сейчас башку снести и проверить, воскреснешь ты или нет.